У Минской в области не спыняются мощные дожди. Такое надворье принес циклон с Польши. Порывы ветра достигают 18 метров за секунду. Синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности. У некоторых районах махчим гололед. Водителям треба быть особливо уважливыми и изменить летнюю гуму на зимовую. Несприяльные умовы надворья заховаются до конца месяца. У столицы Минской области первый снег уже выпал и стал темой номер один в социальных сетках. У стужках появились сотни фотоздымков заснеженных автомобилей, парковок и припынков громадского транспорта.